Добрый день, приветствую вас в студии Digitarg. Сегодняшняя наша передача посвящена HBO. За этими тремя буквами скрывается целое море сериалов, кино, прекрасных фильмов, которые мы с вами смотрели и еще будем смотреть. Сегодня у нас в студии Ксения Ребсон-Дефорж, киноблогер, большой любитель кино, блог «Киноптикум», кто еще не нашел, в Фейсбуке всем советую найти. Берио Кик, контент-менеджер мультимедийного и телевизионного отдела Телия. И мы вместе поговорим о том, что такое HBO и в чем новость для наших клиентов, клиентов Телия ТВ. Наверное, прежде всего у меня вопрос к Берио, потому что она непосредственно связана как раз с нашей новостью, с тем, что HBO пришел в Эстонию. HBO – это всемирно известный стриминговый сервис и производитель очень популярных сериалов, таких как «Жизнь Дикого Запада», «Секс в большом городе», «Девчонки», «Вице-президент», «Игра престолов» и так далее. Ну, мы точно что-то из этого смотрели, а что-то я еще пока не видела и очень хочу посмотреть. Что-то из этого я уже посмотрела, а что-то очень хочу посмотреть, но кто в Эстонии сможет увидеть эти сериалы? Я очень рада сказать, что клиенты Телия единственные в Эстонии, которые эксклюзивно есть доступ к контенту HBO. Это великолепная новость, конечно. А что именно увидят клиенты Телия? Сколько сериалов появится? В HBO можно видеть больше, чем 1300 часов контента. Это значит больше, чем 60 разных сериалов и больше 100 разных фильмов. Это прекрасная новость, можно будет провести, особенно осенью, длинный вечерок. А на каком языке можно будет посмотреть сериалы? На оригинальном, и на русском, и на эстонском. Вот это особенно хорошая новость для тех, кто, может быть, не очень хорошо владеет английским языком. А как клиент Telia TV сможет воспользоваться этой услугой? Будет ли это для него что-то стоить дополнительно? Есть две возможности, как смотреть HBO. Если у вас уже есть пакет дополнительных каналов, то HBO автоматически добавится. Просто найдите в меню телевизора папку приложения. Еще скажу, что помимо HBO, клиент пакета дополнительных каналов может смотреть более 100 телеканалов и получает бесплатный доступ к приложению Eurosport Player. И это стоит 8 евро в месяц. Пользователь основного пакета Telia TV может отдельно купить доступ к HBO, и это стоит 7 евро в месяц. Ну, Бирю рассказала про те сериалы, которые придут в Эстонию. Придут, конечно, не только они, еще много другого интересного. Но ты как, уже можно сказать, кинокритик, киноблогер. Большой любитель кино. Большой любитель кино и сериалов. У тебя наверняка есть что заметить по этому поводу и свои какие-то любимые вещи. Да, я вчера буквально вечером решила освежить в памяти «Секс в большом городе». Было бы совершенно неверно называть его каким-то дряхлым и несовременным. Это просто он на самом деле опережал свое время. Впервые Манола Бланик, это знаменитая Марка Туфель, от которой без ума главная героиня, прозвучала на 4-й минуте, а на 5-й минуте прозвучала фраза «токсичное отношение», очень модная сейчас. Я хочу сказать, что он смотрится как будто, ну, просто снят вчера, а на самом деле ему в этом году исполняется 20 лет. Не верится. На одном дыхании смотрится. И все эти герои, и я понимаю, что как, насколько я любила их. Значит, на самом деле мы стали смотреть сериалы HBO, даже не отдавая себе отчет, что это HBO. Ну, просто вот был сначала «Секс в большом городе», потом что-то еще, потом что-то еще. И теперь мы понимаем, что мы имеем дело с огромной империей, где первые номера режиссеров, первые номера актеров, они совершенно не желают сниматься в этих сериалах. Там такие имена, там Стивен Спилберг снимает для HBO, Паоло Соррентино снимает для HBO. Это же потрясающе. Я точно знаю, у меня есть такая инсайдерская информация, что один кинотеатр столичный, который очень любит Соррентино, хотел пустить его молодого папу, который тоже вышел на HBO, на большом экране. То есть я считаю, что, в общем, сериальная индустрия приходит уже к такому уровню развития, что оно даже может быть лучше, чем
просто фильмы отдельно взятые. Ну, я совершенно с тобой согласна. Мне кажется, что сериалы уже стали просто частью культуры, да, и внедрились в сознание в наше, и трудно себе представить. Ну, это часть жизни нашей уже, да, действительно. Вот залипаешь, как я вчера на этом «Сексе в большом городе», и все пропало. Кстати говоря, сериал «Девочки» или «Девчонки» его по-разному переводят. Говорят, что это аналог «Секса в большом городе», но немножечко адаптированный к нашему времени и без гламура. То есть вместо каких-то таких гламурных посиделок в ресторане, да, трудности взросления, компульсивное переедание ночью и пиццы и так далее, вместо Манойл Бланик марки подемократичнее, я думаю, что современным людям, воспитанным на видеоблогах и всяком таком, это вот хорошо зайдет, как сейчас говорят. Да, зайдет хорошо. Но если девочки для, скажем, 20+, то «Секс в большом городе» 30+, вообще на самом деле, ну... Все для всех. Для всех, да. А что тебе больше всего нравится? Ну, я бы выделила, например, один из самых лучших детективных сериалов вообще, «Настоящий детектив». Это 2 сезона вышло. Это в самом хорошем смысле скандинавский нуар, хотя и снятся с участием американских актеров. Ну, просто держит на одном дыхании, можно смотреть. Это очень интересный фильм. Мне очень сильно самой нравится «Настоящая кровь». Не знаю, как советовать ее, там очень много чернухи, вампиров, крови, вот этого всего. Но в то же время «Настоящая кровь» — такой экзистенциальный сериал. Он отвечает на очень многие глубокие вопросы, на самом деле. Надо просто уметь смотреть его, особенно 2 сезон. «Мир Дикого Запада». Обращаюсь к зрителям Телли, если вы поймете, о чем 2 сезон, напишите нам в киноптикум. Но 1 сезон был идеальный, очень дорогой. И с интересными персонажами. Просто, один Энтони Хопкинс там чего стоит. О, красавчик. Я не могу не спросить, перебью тебя на секундочку, не могу не спросить «Бирьё». А у тебя что? Ты же наверняка тоже любишь сериалы HBO. Но в HBO очень много отличных сериалов. На данный момент мой абсолютный фаворит VIP. Комедия о вымышленном вице-президенте. Очень хороший диалог, супер актеры и актрисы. Этот сериал дает очень интересное представление о политической жизни за кулисами в каждом стране. Я даже не могу назвать сама свой любимый сериал HBO, как ты говоришь, что вот я смотрю и не отдаю себе отчета в том, кто этот производитель. Когда начинаешь вдумываться, это просто какая-то невероятная новость, что HBO появился вот в таком размахе и в таком формате в Эстонии. Можно ли что-то аналогичное найти у конкурентов? Честно скажу, ничего похожего в Эстонии нету, потому что вы можете попробовать 1 месяц бесплатно. Лучшие сериалы и фильмы в мире, новые и классические, в любом жанре и на удобном языке. Просто стоит попробовать. И я призываю всех, дорогие зрители, конечно же, попробовать, что такое HBO на большом экране в Telia TV, тем более, что это можно делать целый месяц абсолютно бесплатно. Заходите на нашу домашнюю страницу, смотрите. Если что, задавайте вопросы Ксении в киноптикум, Бирьё или мне. Все контакты есть на нашей странице. До встречи в следующей передаче.